Винчик, куча зданий всяких, которые может построить. Войт, дай мне зеленый цвет. Угу. А мне какой надо? Это синий, значит. Бери, Леонард. Жми. В видосе классно будет тут музончик от него заходить. Будем играть, он будет хуярить там что-нибудь. Линкин Парк там. А ты помнишь игру на Сеге Comic Zone? Конечно. С нее можешь сейчас играть? Там начать. Я ее не подбирал. Я не хотел ее подобрать, но. Она легкая. Она на самом деле легкая, да, играть, да. Но я не хочу сейчас хуйню делать. Ну, хер его знает. Там первая же, вот, типа как появляешься там. Да, да, примерно. Так. Механического взять надо. В любой непонятной ситуации строй. Разведчиков, блять. Просто не думай о строй. Ну, понятно, чем так играли, потому что я скорпионов и прочей хуйни добавил. Типа, у них почти не было ближнего боя, чтобы пехоту топтать. А у скорпионов очень плохой ближний бой, они действительно. Я играл за темных альнов, и они очень фуфловски. В любом случае, пойдет. Тут же не стоит вопрос. Ну, если для разнообразия, то да, но. Ну, ставь их на ранних волнах, так скажем. Потом пауки позже, потому что пауки сильнее, конечно. Да, они все будут идти от ближнего. А паукан ты поставишь стеклянную, например, паутину способность? Она там стоит, а я не знаю, будет ли искусственный интеллект пользоваться. Я не думаю, что он ее использовать будет. Прием. Кто зашел? Прием. Куда зашел? Новенький, что ли? Не знаю, у меня Overwrite никого не показывает. Или как называется? Overwrite.
Ларкас, ты что, решил этот раз зарашить город? Какой? Ну, который на фронте. На каком фронте, блядь? В тылу, что? На передовой. Да, но я его выкупил. Просто в тот раз ты его долго выкупил. Ну, там просто, блядь, когда я выкупаю внизу, там у меня предел населения, нахуй, и все, хуево становится. С экономикой. Что лучше сначала это выкупить? У вас там оазисы, короче, по бокам сейчас. Может, там войска хилить. Войт, подводи на центр войска. Синий кто, Войт у нас? Да. Угу. На центр подведется. За что мы тебе платим? Давай. Побеждай. Ларкас, отведи войска назад немножко, а то сольешься. Угу.
Куда там войска стоят, блядь? Хоть моя карта вовсе не доделана, но хочу на ней сыграть. А как сделать по-другому размещение войск? Они у меня спавнятся на горе. Каких войск, блядь? Ну, у меня нейтралка. Типа. А ее войска спавнятся на горе. Почему-то. Пути я их смещаю, но... Я их смещаю, но они все равно спавнятся не... у меня блокировка на гору поставлена. Ну, вот и бери. Блин, а мне еще придется скрин делать, перекидывать его на телефон, а потом в Дискорд высылать. Ну, я все равно сейчас не смогу посмотреть. Так это меня Сигим просит. Сейчас. Сначала я разберусь. Так, вот. А выше гор у меня не поставлена блокировка, не спаунится. У меня будто стена, у меня не гора, у меня стена, у меня яма такая. Они в яме у меня и стоит это, а потом они, так скажем, ну, в яме у меня стоит аванпост кондотиров, и когда спаунится войска, они спаунятся на поверхности ямы. На поверхности ямы спаунится. Сейчас Сигим, подожди немного. Ну, можешь и не ждать. Занимайся пока. Так вот, все. Теперь сейчас буду скрин делать. Не, его, кстати, скрин в Paint я сохраняю. Поэтому это еще больше. Шахта, вот это не выкупно. Так. FN Alt Print Screen, теперь захожу в Paint и сохраняю его с помощью Paint. Ух, блять, там летит толпа. Наверное, отступаем. Да, блять, отступаем. Войд, братишка. Герой стоит. Вообще не стоит. Ой, тир слишком далеко у него. Так. Вот, Сигим, вот она. Вот так они у меня как-то спаунятся. Очень красиво. Надо городу надо поближе. Понятно, будет у нас как всегда нахуй. Больше блокировку делать сильнее. Я даже не знаю тогда, как объяснить игрокам, потому что там нельзя ходить. 2-3 квадрата, это, по-моему, многовато, ну хорошо. Леонардо, я об этом... слишком далеко поставил, казалось, этот крепость.
Да, конечно, внизу я не собираюсь. А вот наверху это... Хорошо, сейчас. Я сделаю, как ты скажешь. Так вот. Так, вот здесь вот блокировка. И внизу я немного сделаю, чтобы у меня лошади не спаунились там. Давай, танчи, блядь, Джакома. Как боженька, блядь. Подведи его к моим войскам, Михельна. Чё ты говоришь? Подведи к моим войскам, Михельна. Иду. Чак. Битла. Все, отводи его. Зашибись. Вот это он вообще четко затанчил, я скажу. Я аж горд. Ctrl-S. Так, сейчас посмотрю, что у меня получилось с моим блокировкой. Телескопы а почему... направляются. А почему своему расположению нельзя войск подобрать? О, вот у меня уже лучше все. Сейчас мне еще надо блокировку сделать. Там же хуйня едет полнейшая, блядь. Справа тоже бункер стоит. Так внизу, смотри, они, я не хочу, чтобы они вплотную к стене стояли, поэтому внизу придется сделать немного. Вот лошади, одна группа и лошади спаунились нормально. Как не надо. Так, еще раз, что не получилось. Переместить лагерь? Вот это тоже не очень хочется. Но если все настолько плохо будет, тогда я перемещу лагерь. Ну вот все, теперь у меня все вроде хорошо. Ну да, сейчас я потестю свою карту, сыграю с ботом. Буду играть полчаса на этой недоделанной карте. Восхищаться своим творением. Уф. Ай-яй-яй! Сука, падла, твою мать. Спамьте войска на центр, блядь. У меня уже нихуя нет, блядь. Даю промышленную. Сейчас хильну, блядь, откадешься. О, да. Погнали в ближний бой, пацаны. Нахуй, погнали, блядь. А зачем пушки ставишь? Форт могу проебать. Защищаю. У тебя тут войска стоят, если не короче. Чигернаут там сделал еще чуть-чуть.
пиздец. Давят нахуй. Блять, мой фланг давят. Я еле, блять, выкручиваюсь. Окей, ладно, отводите войска на свои фланги, нахуй, кроме героев. Дай хилку, дай хилку, Войд. По себе, нахуй, прям. Ну ладно, похуй. Бежу и так. Не, блядь, от центра не выдерживаю, нихуя. Мы нихуя не выдерживаем. Строю пушку. Цены, бля, пиздец. Бля, меня пиздец давят. Бля, там эти две пидоры пришли, нахуй. На центре. У меня пушка почти достроилась, блядь. Пиздец. Все равно не успеваем. Блядь, пиздец, они прям нахуй уже сквозь эту хуйню прошли. Надо пушки попробовать зафокусить. Танк въебал. Они вообще на тебе сквозь город проходят, блядь. Вот тебе и големы, блядь. Блядь, у вас ресурсы на нуле или как? А что тебе надо? Я не знаю, там пушку, может, вторую, еще что-то, блядь, может, это пиздец. Я пытаюсь строить... 700 тимония. Сколько? 700, скоро 800 будет. Сейчас тебе дам. Строю лабораторию. Да, нужно, блядь, хватить. Там же пушки, блядь, ломают город, нахуй. Мой пиздатый, нахуй, блядь, не для вас его строю, суки. Блядь, у меня еще пушка так, блядь, ебано расположена. Строй, если строится.
Не, пушки пизда. Сейчас достроить. А ты тут же строишь ее, нахуй. Бать, у меня и Дош умер, нахуй. Пизда, у меня тоже. Сейчас буду стрелять. Давай, я влево, ты вправо, нахуй. Я влево на твою пушку ебанул. Ты ебанул уже? Нет, да. Луга она стреляет, блядь. Ну ничего, зацепит, нормально, нормально. У меня уже предел населения, но... Леонардо, отводи войска на центр потихоньку. Да не, ты... Отводи от центра или что ты сказал? Видишь, ты големов поставил, пизда стала. Хуёво. С големом. Че големов? Тут пауки, скорпионы. Вот это. Ну вообще жестко, жестко. Не, эту хуйню не выиграть, надо полегче делать. Да не, нормально, нормально. Да хули нормально, 25 минут, блядь. Нас разъебали уже. Заебись. В смысле, еще живем, у нас еще до хера, у нас еще города и прочая хуйня. Ну, короче, на центре застраивал всякую хуйню. Че, у тебя пушка там может? Она уже на КД все. О, вы куда идете все, блядь? Вы че, конченые что ли? Бать, пизда твоей пушки, нахуй, короче. Честно, я туда даже не смотрю, блядь. Просто печально, я тебе скажу. Я тут, блядь, управляю джиггернаутом. Сам в центре ебут нахуй конкретно. Сейчас ульту тоже выучу. Через минутку, может. Да он не поможет, я бы на войск. Поможет. У меня уже предел населения юнец просто. Сейчас нахуя мир дает, блядь. У кого казармы, блядь, есть там нахуй? Да. Ресурсов там уже все. Отведи одного джиггернаута на центр, Леонардо. Ну или я хуй знаю, как ты там играешь. Может, страта такая. В смысле, эта страта держит правый фланг. Ну все, окей, окей. Ебать он нахуй. Я забыл, что эта хуйня ваншотает. Хуя, ебаный. Блять, у меня еще калькулятор отъехал. Бать, пацаны, ну 7 минут нахуй. Давай, держись. Тупо застраиваю военный район. Киньте мне, блять, Тимоня, какой калькулятор остался. Я тебе кидаю, Леонард. Сейчас, подожди. Блять, эти пушки жирные так, нахуй. Блять, ну эти големы, они в натуре ваншотают, нахуй. У них же это хуета, которая в 5 раз урон увеличивает, блять.
Леонардо, 600 голды. Да. Бля, у тебя до сих пор тут эта хуйня. Верните мне мой джиггернаут, блядь. Спать, они охуели. На, сука. Цена, у меня тут уже последние города падают. Воец, делай что-нибудь. Хули сделал. Ой, как же они меня трахают. Ой, ой, ой! Четыре минуты, нахуй. В смысле 4? Ты же до 40 поставил, не? Не, расхуяли. Леонардо. Тимоне надо. Ну чё, давайте, блядь, голду нахуй до Левиафана строим, чё шо? Я ещё прибыл, дайте город. Можешь этот город дать? Ой. Сука, это передать нельзя. Ну, передать что-нибудь, блядь, я сейчас отсосу нахуй. Вот это может. Не могу, блядь. Ну, ну вот это город, блядь. Ты его даже не развивал, нихуя. Не передается. Так, в смысле не передается, хули, блядь? Такое. Леонардо, ты можешь передать город какой-нибудь? Попробуем. Получил? Да-да-да. Охереть, ля, где они лазят, блядь. Чё это такое, блядь? Это за моим джаком они ползают. Короче, 2 минуты осталось, нормально, держимся. Это они нам траходром устроили, да. Кто-то мне разъебал все мои военные города, блядь. Ну, я когда отступал, застраивал военные районы, как раз подучитывал. Буду кайтить, короче, давай, герой дождь, нахуй. 1.5 минуты, даже меньше, блядь. Живите, живите, блядь. Типа, я что по одному городу остался. Короче, кайтим 2 минуты, и ульта дожа будет, заебись. Че, у тебя все захватил города? Нет, я вам смотрю. У меня все захватил. Меня захватывает. Так, один у меня индустриальный тут стоит. Ну, ебать, продержись нахуй 40 секунд. Продержусь. У меня ульта, короче, сейчас откатится скоро.
Ну хули, если на 35 мы выиграем, мы выиграли как бы. По сути, да. Леонардо похуй, он, блядь, фланг держит. Да, не разъебывает, я его... В смысле, блядь, я выживаю, блядь, у меня два города, все прекрасно. Красава, ебать. Типа у нас, блядь, уже все прорвали. Я ебал, шахтеров отправляю в бой, нахуй. Смотри, они пошли просто на паука, нахуй. Не, паук сдох. Сейчас они будут разъебывать. Так, захватывают город. Да. Короче, ульта 86 секунд. Подожди, стопани, не надо. Нет. Что? Блядь, надо до 45 делать, чтобы хоть ульту выебать, блядь. Ебать, посмотрите на карты, ебать, когда хуя просто. Нихуя мы продержались, пацаны, я и бьёшь. Ебать, там пауков на центре. Подожди, как посмотреть, ну-ка. Ну-ка, давай посмотрим. Нихуя. Нихуя себе, смотри. Да ты вот этих базеков... Варкас, ля, они города отремонтировали. Да, да, там что-то. А что там идет еще, смотри, нихуя, големы. Блять, вот эти волны его поменьше. Он шахты поставил, по-моему. Вот, вот пушки убрать, смотри, пушки, видишь, города разносят быстро. Пушки убрать вообще нахуй не нужны. Нет, что, ёбнутый, что ли? Заебись будет без пушек. Ну, без пушек, блядь. Наоборот, блядь, хуйня будет. Да. Ну, да я хуй знаю, нет, ну, хотя бы пускай они по одной идут, нахуй, они вот так вот, они... Они, блядь, по одной шли, блядь, посмотри, они по одной идут. Они по две? Они по одной идут. И ты... то, блядь, там, вперёд, нахуй, ебать, там, по-моему, одна в минуту, блядь. Так, блядь, сделай одна в три минуты, блядь, ну, пиздец, жестко. Это дохуя, блядь. Пауков дохуя. Вот этих, блядь. Големы, блядь. Ну, они блядь, понимаешь, в чем фишка? Игра, она же, блядь, придумана не просто так. Она... Баланс-то в чем? В том, что вот королева пауков, она считается супергероем, блядь. Наряду с Левиафаном. Ну, ты представляешь, что из них три штуки идет, это же вообще пиздец. Ты сделай, типа, блядь, это... Они и так по одной идут, блядь. По одной, блядь. Что-то их скопилось дохуище. Блять, потому что мы их не убивали, нихуя. Так они, понимаешь, они у тебя с какой минуты идут и с каким интервалом? Вот если, скажем, с 20 минуты идет дракон, то пускай он идет с интервалом 5 минут. Если голем идет с 15 минуты, то пускай он тоже с интервалом 5 минут идет. А волны-то и так мощные, как бы, это все хуета, и так сложно сносится. И базек там, допустим. С 25 минуты, тоже по 5 минут, и до 45 минут, или до 50 делать, чтобы, блядь, развиться успеть. Ну если 5 минут дохуя, ну хотя бы 4, блядь. Да нет, всё зависит, что-то, блядь. Ну хуй знает. Да, да поиграем, Ларкас потом поймёт, что поправить. Мы ж для этого этой фирмы. Ну вот эти вот кулдауны поменьше, побольше, наоборот, сделать. У драконов этих пауков, наверное. Нихуя. Да короче, цветы. Костя фрагмент. Получилось его подчинить. Чем я? Сейчас, погоди. Чё там такое, Лёх? Сейчас, погоди, оно обработается. Там мы уже смотрим. Надо с музыкой смотреть. Хватит нахуй, это выглядит кончено.